Привет всем, кто смотрит это видео, а также большой привет тем, кто смотрит мой канал, моим подписчикам. Но сегодня у меня такая тема — альтернатива люминесцентным лампам Т8, светодиодная трубка. Ну, как бы пока ничего про нее сказать не могу. Это первое мое приобретение такой лампы. Ну, попробуем поставить. Прежде чем его снять, его надо обесточить. А для того, чтобы обесточить, мне придется отключить весь свет. Все, питание отключено. Теперь можно его спокойно снимать. Ну вот теперь отсюда можно убирать все. Дроссели, конденсаторы, стартеры. Так, ну вот вроде все ненужное выкинул. Подключаются они просто по одному проводу на один конец. Допустим, вот минус. И здесь параллельно вторая лампа на другую сторону, также плюсовой провод и тоже запараллельная следующая лампа. И на какой контакт подключать, здесь разницы нету. Монтируем на место. Так, ну вот я его уже подключил. Как бы так вот, если видно. Ну, у меня здесь идет два провода. Один идет питание, второй идет на выключатель. Ну, как бы питание, если вдруг забыл здесь выключить с выключателя, то при выходе с гаража отключаю полностью питание всех ламп. Ну вот, вроде все собрано. Включаем. Вроде работает все замечательно. Очень, конечно, радует быстрый старт этих ламп. Ну и, конечно, минимум комплектации. Меньше чего выходит из строя. Все, благодарю за внимание. Всем пока.